Это действительно ты? Вернее, твои останки. Невероятно. Это похоже на какой-то обряд. Обряд жертвоприношения. Ужасно. Но почему женщин сжигали? Очищение и восхождение. Вот что это. Это тот самый монастырь? Она льет воду. Зачем? А вот и ты, императрица. Стоп. Нет, это не вода. Это ритуал передачи власти. Обряд вознесения. Так ты выбирала себе наследницу. Манта! Черт, нет! Дайте ее! Под ними. Да!
Это Лара. О, боже, Лара! Как я рада тебя слышать! И я, Сэмми. Скажи, остальные с тобой? Нет, я выиграла рацию охранника. Не понимаю. Меня похитили. Что? Где ты? Я не знаю. В каком-то древнем японском дворце. Они все время говорят об огненном обряде. Лара, я жутко боюсь. Боже, кто-то идет. Нужно спрятать эту штуку. Сэмми! Сэмми! Огненный обряд. Как в гробнице Пимика. Ром, ты на связи? Направляюсь ко дворцу. Всех остальных тоже держат. Я тебя догоню, и мы войдем туда вместе. Отец глотку себе перережет. Я-то себе не выдам. Главное, ты свой язык подержи. Я слышал, в облаве взяли женщин. Да, Матиас выбрал кого-то для испытания. Может, это она? И мы, наконец, выберемся отсюда. Не надейся. Всегда одно и то же. Бедолага сгорает, и дальше все как обычно. Меня достал этот треклятый остров. Я хочу домой. Послушай, брат, все хотят, но ничего не выйдет. Бури нас никогда отсюда не выпустят. А если... Никаких если. Хочешь сбежать, вот утес, пойди и прыгни. А теперь дай мне уже спокойно выпить. Я здесь, Сэмми. Как ты? Что им нужно, Лара? Огненный обряд. Что за чушь? Послушай, я иду за тобой. Я вытащу тебя оттуда. Пожалуйста, помоги мне, Лара. Обещаю. И обещаю, Сэмми. Эй, она взяла ключ от нее. Сэмми! Сэмми! Отдайте от нее, ублюдки! Отдайте! Затычка. Да, да, сейчас я посмотрю. Мне нужно помочь. Полезай!
в обход никак. Только напрямик. Должна быть аптечка. Беглеца поймали. Мастер Копер. Запах. Сейчас посмотрим у вертолета. Где старика? Я не знаю, о чем вы. Не знаю. Брюшка, я знаю, вы бежали вместе. Пожалуйста, я... Придется связать себе язык. Говори, говори! Ah.
Ты меня слышишь? Рот! Лара, как ты? В порядке. Судя по голосу, нет. Я в порядке, Рот. Где ты, девочка? Среди каких-то развалюх возле укрепленного дворца. Я все еще спускаюсь. Как ты так быстро добралась? Долго рассказывать. Отсюда я вижу город. Ты возле тех больших ворот? Подхожу к ним. Это девчонка! Проклятие! Вот там! Ah!